Всем привет, с вами Нильф Горн, это Planet Explorers. Продолжаем исследовать и раскрывать тайны этой планеты. Но для начала я скрафтил множество интереснейших приспособлений, так сказать. Во-первых, у меня теперь есть корабль, танк, грубо говоря, ну и новый автомобильчик. Новый автомобильчик я покажу сейчас, он поистине интересен. В том плане, во-первых, что у него 6 колес, он, видите, прям такой, прям реально на исследовательский такой похож автомобильчик. Я его мог сразу скрасить, но алюминий, конечно, проблема алюминий. И вся фишка его в том, что задние колеса его тоже поворачиваются, и он, видите, вертлявый какой. То есть ему вообще прям так мало места нужно для того, чтобы развернуться. Ну и плюс он грамотно сделан в том плане, что колеса у него грамотно поставлены, и он мало будет задевать землю, чтобы, так сказать, поломаться. Это довольно-таки круто, и проходимость сейчас мы его даже оценим. Ну да. То, что, конечно, здесь любой транспорт забирается на высоту, вертикальную практически, это факт, но то, что... Ух ты, какие они, оказывается, я их видел-то сверху, а тут снизу-то они, вон какие симпатичные бизончики-то. Продолжаем дальше уничтожать вот этих охранников, но для этого, наверное, мы пересядем. Я двумя способами хочу попробовать подраться с охранниками вот этой вот, не знаю, башенки какой там. То есть, как бы, нижним и верхним. Верхним я буду, с воздуха я буду драться с вертолета, а с нижнего вот такой вот танчик. В принципе, в нем ничего нету такого, знаете, как бы это сказать, выдающего. Единственное, у него пушка подвижная и колеса подвижные. То есть, и он сам такой весь такой подвижный. То есть, и вот благодаря этому я хочу попробовать повоевать. Но так как здесь неровности, я думаю, с этим будут проблемы. Давайте попробуем подъехать. Где-то они здесь должны появиться, эти охранники. Но это уже... Не забывайте, что охранники-то уже с пушками, с руками и со всем подобным. Так что придется вот-вот-вот уворачиваться. Еще один, господи. Воу-воу-воу-воу, спокойно. Спокойно. Ну, видите, медленность. Слишком уж медленная они, конечно, для... Их даже трое, ничего себе. Честно говоря, я смотрю, что батареек-то у этого танка очень мало. И поэтому он, вот сколько я стрелял, он энергии, смотрите, сколько потратил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, залповый ракет, ой-ой-ой. Это в любом случае попал бы по мне. Так, ладно, пробуем по-другому. Давай, заводись. Как там наводиться-то? Я вот даже не помню, честно говоря. Нет, давайте, что-то я слишком высоко поднялся. Немножечко опустимся. И, по-моему, у него были ракеты. Или я ошибаюсь? Взлетел так быстро, но опускаться тебе так будет долго. Просто жизнь какая-то. Так, надо вот этот инвентарь убрать. Я что-то не пойму, как высоту на нем поддерживать такую, чтобы он... Да я смотрю... Ну вот, робот пропал. Нет, я что-то думал, у него ракеты есть, то есть, вот этот ракетный залп. Приземляйся давай. Спокойно, спокойно.
сожалению, я больше не подготовил никакого транспорта боевого. Замечательно, еще. Короче, все, приземляемся, потому что это не дело, конечно. Убираем. Рисаем и побежали, потому что... Придется так расстреливать, что ли? Такое чувство, не долетает, да, как будто? Воу! Силен дядька-то! Ничего, мы тоже сильны. Че это с ним? А, это такой ближняя атака, что ли, у него? Пар спустил. Перегрелся, дядька. Классно сделаны, конечно, они, но... Ух-ух-ух-ух. Как это все выглядит-то круто. Но выглядит это все как... Ну, как сказать? Такое чувство, что он слишком громоздкий, да? То есть... Самое вот... Лучше это получается просто в ближнем бою его вот так вот убивать. Это вообще не сложно получается, честно говоря. Отлично. Просто как щенка, так сказать. Убили. Нормально. Остается эту фигню. Да, конечно. Печально, что... Так. А. Нет, не ее разрушить. Не нужно, оказывается. Или нужно. Чё ты, я не понял. Так. Понял, я немножечко накосячил, похоже, в том плане, что надо было сначала вот здесь с NPS-ами-то поговорить. А я такой сразу напал. Возможно, это была ошибка, что сейчас могут они заново появиться. Да, они появились заново. Супер, просто супер, отлично. Вообще, я просто молодец. Конечно, что-то все такие прибежали. Что-то, чего прибежали. Понятно. Так, надо, нет, нужно точно сделать что-нибудь помощнее. Что-нибудь такое прям-таки ясно мощное. Попробовать, что ли. И так уничтожить, попробуем. Ну что ж, создал я, наверное, монстра. Короче, вот так вот. Прикольная штука, наподобие робота такого сделана. Честно говоря, не управлял еще и не смотрел, что и как оно будет работать. Ого. Так еще и здесь и стоят башни, которые сами будут отстреливаться. Это просто, конечно... Круто. Другой вопрос, конечно, что вот все-таки энергии-то мало. Мало энергии. Надо ближе подъехать, чтобы башни работали тоже. Ух. Ну ничего, танкуем. Прикольно, честно говоря. Единственное, что мне не нравится, почему башни не работают. Ух-ух-ух-ух-ух, саживает-то. Ну нет, конечно, он бронированный. Отлично. В итоге не техника умерла, а тупо я умер. Ждем. Я знаю, почему, в принципе, я это... Ну, почему я умер. Потому что открытые, как бы это правильно сказать, у него открытые окна у этого монстра. Как видите, вот я сижу и там все видно. Поэтому просто мне саживают, так сказать, в лобовуху и все. Так, быстренько сейчас резнем наших ребяток.
соберем добычу, потому что все это стоит, ну, как бы это нужно все, и пригодится явно уж. Золотишко, все дела. Вернемся к своему монстру. Кстати, у меня проблемы с едой, надо будет пополнить запас еды, то есть накрафтить себе какой-нибудь интересный и очень питательной еды, потому что как-то количество ее кончается. Ну, смотрите, один бой, и топливо кончилось, то есть просто батарейки иссякли. Чтобы заряжать машины, нужно зарядное устройство, которое надо поставить. Это относится к моей базе, так сказать. Ну ладно, дальше мы, может быть, поедем на своих двоих, так сказать. Так. А, мне вернуться сказали. Давайте вернемся, посмотрим, что там. Все равно, полет, конечно, здесь прикольно сделали, что он есть. То есть это, конечно, классно, но не знаю, мне больше нравится именно ездить, вот именно передвигаться, потому что как-то оно как-то интересней. Единственное, что если бы они сделали рессоры, то есть колеса бы играли на кочках, а не вот так вот машина прыгала, как деревянная, так сказать, то это было бы намного интересней в том плане, что можно было бы, ну, если бы они сделали такую возможность апгрейда машины до того момента, как бы, что... Как бы это правильно сказать? Я, кстати... А, я туда приехал, не туда, что-то не понял. А, все правильно, вот же. Я уж перепугался, думаю, что произошло. Да-да-да, давай-давай. Чек-сигнал. Ну, понятно. Прочекать сигнал нужно. То есть прикольно было бы, если можно было бы модернизировать аппараты прям вот, ну, так сказать, досконально. Досконально в плане прям и рессоры, и двигатель можно было бы прообреживать. То есть броню усиливать, уменьшать как-то. Ну, в этом... Они, конечно, упростили, я не спорю, это, конечно, тоже очень хорошо, что, ну, простота, она как бы решает в том плане, что много людей смогут в эту игру играть, не напрягаясь. Но в дальнейшем, я надеюсь, у них это все появится. Конечно, ну, печально, что слишком медленно выходят все апгрейды. Попробуем заехать. Выходят слишком медленно апгрейды. Хотелось бы, чтобы они намного чаще были. Нет. Ладно, не будем тогда экспериментировать, просто объедем нафиг, чёрт его матери. То, что, ну, единственное, мне не нравится, что вот она, вот машина, вот так прям, она прыгает именно, она не едет, как бы, у нее нету плавности. Давай, 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 есть. У нее нету плавности хода, так сказать, она именно как-то скачет, что ли, то есть вот так, пах, как игрушка такая оловянная. Но все равно прикольно. Ох, отлично. Мне нравится. Конечно, сейчас приходится ездить с, так сказать, с напарницами моими, охранницами, я не знаю, как еще правильно их назвать. Пока с ним приходится ездить, но потом я уберу их, и мне, да, также интересно поделать транспорт мотоциклетный, потому что здесь есть реально интересные вот эти вот мотоциклы, которые могут позволять, ну, обширность действий у него больше, то есть он более проходимый, то есть все равно два колеса, они меньше прыгают. Хочется это тоже попробовать, поэкспериментировать. Кстати, по-моему, далеко, да? Ой. Упс. По-моему, я просто проехал уже давным-давно то, что куда надо было приехать точно. Заболтался, прошу прощения. Не на ту стрелку смотрел. Транспорт, конечно, ну вот прям... Но, честно говоря, вот сколько я играю в эту игру, такое ощущение складывается, что транспорт единственный, ну, как бы, плюс этой игры.
то, что здесь можно вот крафтить, собирать эти аппараты, это вот очень классно. Базу строить, ну, база здесь, она не несет какой-то такой вот нагрузки, так. А, все понятно. Угу. Нет, давайте-ка что-то по-другому, потому что мне не нравится, как это все долго происходит. Я думал, сейчас мы, у нас быстренько закончится весь процесс. Заведем свой аппарат. Надо что-нибудь более, как сказать, то есть, ну, этот вертолет, он большой такой, массивный. Хотелось бы что-то, ну, давай. Хотелось бы что-нибудь поменьше, и чтобы оно побыстрее взлетало, что ли, как-то так. Потому что уж скорость полета, именно взлета у этого транспорта, оно прям меня немножко раздражает. Ну, хотя, по-моему... Что это мне на каждом месте здесь надо еще приземляться? Пошел. Так, надо включить. И жалко, звука нет вот такого, как у вертолетов прям. То есть, видите, даже если вот у него скорость быстрее, чем вот скорость взлета. То есть, если не притормаживать, то я спокойно могу врезаться в горку. Прикольное растение, первый раз такое вижу, кстати. То есть, спокойно можно врезаться в горку, и вот как вот сейчас это произошло. Так, и то я убил сейчас двоих своих напарниц, и опять я промахнулся. Куда-то сюда, что ли, на склон куда-то приземляться. Господи, я... Еще точность барахлит. Ладненько, дальше что у нас? Угу. В горы куда-то нас. Какой-то сигнал отслеживаем. Хотелось бы, конечно, чтобы, ну, это быстрее он взлетал. Ну прям. Ну вообще, давай. Вижу что-то какое-то. Что это такое? По-моему, это какая-то капсула. Угу, отлично. Отлично, супер. Да, это, по-моему, капсула какая-то разбитая. Забрать что-то нужно было. Отлично. Ну и возвращаемся, да? Ну вот. Супер крутое задание. Здесь как я его звучу. Все отлично. Супер крутое задание просто. Ну вот прям вообще шикарнейшее. Ну ладно. Без таких заданий по поиску и добыче никуда не деться. Надо будет, конечно... Топливо кончается. Надо будет, конечно, построить вот эти аппараты по зарядке и починке транспорта, ну и починить, зарядить, потому что я свой красный джип практически убил. Точнее, пока я рубил деревья, в этот джип долбился монстр и практически его убил, он даже загорелся. Это меня расстроило немножко. Могли бы где-нибудь наверху сделать вот, чтобы попасть в это место, в эту пещеру. Было бы прикольно. Ну давай. Не считать, что вот это за подъемом, как сказать. Ладно, давайте где-нибудь здесь приземлимся. Ой-ой-ой. Отлично.
Интересно. Но это неизбежно. Такие глюки, провалился просто в песок. Не очень приятно получилось, но все же. Там дальше дополнительное задание, типа вот убить, добыть. Ну то есть несущественное в принципе. Поэтому я выполняю как бы основное задание. Угу. Надо дождаться, о чем-то они поговорят, что ли, или что? Hard drive. Так. Сдать что ли нужно? Давайте сходим, посмотрим, потому что что-то я не понял. Ну как-то с одной стороны, ну как-то неправильно что ли, либо они подумали, что это слишком большие расстояния, то есть перед... если бы они сделали дороги, ну не дороги, а местность более плавной, то мне кажется, можно было и без телепортов обойтись. Так, да, вот Одесса, девочка, давай-ка, ну-ка, да, вот, на, чё-то, да, окей, окей, ок, йоу, йоу-йоу-йоу. И опять чего-то. Грейд 5 юнис. То есть вот таких вот приборчиков надо сделать, да, я так понимаю. Так, ну-ка посмотрим. Где мне их достать вам? Об этом не сказано, да? Как это? Грейд 5 юниц. Крейд. Капа. 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 Да что ж такое? Капацит-торс. Ага, такое чувство, что у меня его и нету. А ты продаешь что-нибудь такое? Нет, она такое ничего не продает. И заданий больше никаких нет. Ну что ж, на этом я, наверное, закончу, потому что нужно разобраться, где вот этот, ну, вот этот кусочек найти, где его добыть. Потому что как-то очень странно. Мне прям дали задание и не дали рецепт. Либо я что-то неправильно понял. Ну, крейт 5 units of hard drive. Hard drive. Hard drive. А, вот. Вот они. Нет, тогда... Нет, 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 сейчас мы это скрафтим. Мне прям очень интересно. Мне интересно, чем продолжится это все. Все? Новых заданий не дают? Отлично. Супер, просто молодцы. Супер. Ну что ж. Вот на этом тогда точно я заканчиваю. В следующей серии я продолжу делать квесты, делать... Ну, заканчиваю эти квесты, посмотрю, что нового, полетаю, посмотрю, что за стена. То есть, вот на этой карте. Вот здесь вот, что это такое. И, честно говоря, я как-то удивлен. Вроде бы там было все-таки в обновлении написано, что они продолжили, как бы, кампанию. То есть, ну, это у нас дополнительные задания. Удивительно. Удивительно, странно, непонятно. Разберемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если у вас есть вопросы или пожелания, оставляйте их
комментариях. С вами был Нильгорн. Всем всего хорошего. Пока.